современный спортивный бадминтон имеет выраженную тенденцию к убыстрению темпа игры. Он требует от игрока скоростной выносливости, молниеносной реакции, мгновенного принятия решений, инициативности и выдержки. Но стать мастером игры в бадминтон можно только постигнув технику ударов. В нашем фильме технику ударов демонстрирует мастер спорта международного класса, 23-кратный чемпион СССР по бадминтону Николай Пешехонов и мастера спорта Андрей Давыдов и Давид Кавеладзе. Высокие удары справа разделяются на высокодалекие и высокоатакующие. В первом случае траектория полета валана более высока, во втором более полога. Высокодалекий удар является одним из основных в бадминтоне. Он применяется как тактический прием и служит подготовительным этапом к завершению комбинации, розыгрышу очка. Этот удар можно также использовать для выигрыша времени в трудной ситуации, чтобы успеть занять удобную позицию в центре площадки. Техника выполнения высокоатакующего и высокодалекого ударов практически идентична. Чтобы выполнить высокодалекий удар, следует выйти на позицию к задней линии площадки. Центр тяжести тела переносится на опорную ногу, скрестный шаг левой, короткий замах, затем следует прыжок разножкой и удар. После удара правая нога выносится вперед, и бадминтонист возвращается в исходное положение. Обратите внимание на работу ног. Шаг в сторону назад правой, скрестный шаг назад левый, прыжок в разножке, приземление на левую ногу и возвращение беговыми шагами в исходную позицию. При высокодалеком ударе согнутая в локте правая рука вместе с ракеткой образует как бы треугольник согнутой левой. Плечи развернуты на 90 градусов по отношению к сетке. Следующие фазы – замах и удар. При ударе рука должна быть прямой. В современном бадминтоне требуется выполнять короткий замах. В нашем фильме некоторые удары даются в их имитации для того, чтобы заострить внимание на технике их исполнения. Ракетка резко набирает скорость и следует удар. В момент удара хват ракетки должен быть более жестким. Для совершенствования высокодалеких ударов сначала применяется упражнение без валана. Обратите внимание на правильную работу ног, разворот корпуса, удар высшей точки прыжка. После каждого удара игрок стремится возвратиться в игровой центр. Еще раз обратите внимание на технику передвижения спортсмена и возвращения в центр площадки. Успех в игре невозможен без применения сильных ударов смеши. Начальная скорость валана у мастеров достигает при смеше 350 км в час. Отразить такой удар крайне сложно. В зависимости от тактических вариантов игры, смеш изменяется по силе, направлению, длине.
Техника выхода на ударную позицию для СМЕШа такая же, как для высокодалекого удара. При выполнении СМЕШа спортсмен должен выпрыгнуть как можно выше. Тогда и траектория полета валана будет круче. А теперь посмотрите на выполнение СМЕШа разножкой с другой точки. Остановимся на технике выполнения СМЕШа прыжком с двух ног. Игрок также стремится выпрыгнуть как можно выше. В прыжке тело принимает положение натянутого лука. Особое значение следует придать развороту плеч в прыжке, прогибу в спине и моменту расслабления голени и ног. А так выглядит техника выполнения СМЕШа прыжком с двух ног в фас. Игрок демонстрирует упражнение для тренировки СМЕШа. В заключительной фазе удара кисть сообщает ракетке дополнительную скорость. Для качественного выполнения удара требуется более высокий прыжок. В данном случае прыжок недостаточно высок. А таким образом отрабатывается смеш в игре в парах со сменой мест. При тренировке смеша можно одновременно изучать приемы защиты от него. Укороченные удары – это мягкие, не требующие атлетических качеств, нерезкие удары. Существуют медленные укороченные удары, а также быстрые укороченные, часто выполняемые со срезкой, обманные удары. В момент медленного укороченного удара скорость ракетки гасится и следует мягкий удар. После удара валан должен опуститься сразу за сеткой. При выполнении такого удара рука и кисть слегка расслаблены. Игрок выполняет укороченный удар. Валаны, как по заказу, опускаются сразу за сеткой. Укороченный удар должен быть скрытым для соперника. При быстром укороченном ударе валан падает дальше, чем при медленном, но скорость его полета выше. Укороченный удар со срезкой является быстрым ударом. В конечной фазе удара зеркало ракетки развернуто навстречу валану под острым углом. Мы видим технику срезки влево. А
А теперь техника срезки вправо. Удары над головой слева являются самыми трудными в бадминтоне. Как правило, такие удары закрытой стороной ракетки являются вынужденными. Желательно отражать все валаны из левого угла ударом перед собой открытой стороной ракетки. При выполнении ударов над головой слева открытой стороной ракетки особое внимание нужно уделить технике передвижения в левый угол площадки. После шага левой ногой назад следует сделать небольшой прыжок, также на левой, и развернуть корпус вправо, и далее прыжок в разножке и удар с последующим возвращением в исходную позицию. Еще раз внимательно посмотрите на работу ног тренера при выполнении этого удара. При совершенствовании этого удара следует уделить внимание положению корпуса и ног. Рассмотрите технику выполнения ударов над головой слева закрытой стороной ракетки. Начнем с положения ног. Левая нога идет в сторону назад с разворотом параллельно сетке. Правая нога ставится почти параллельно сетке. В фазе удара большой палец направлен вверх и упирается в широкую боковую грань ручки ракетки. Игрок обязательно должен смотреть на валан. Если игроку сложно выйти в дальний левый угол площадки, он делает приставной шаг и выходит на ударную позицию. Как и при выполнении ударов справа, спортсмен быстро возвращается в игровой центр. Мы рассмотрели технику ударов сверху в бадминтоне. Теперь повторим основные удары в замедленном показе. Техника выполнения высокодалекого удара. Смеш в безопорном положении разножкой. Смеш в безопорном положении прыжком с двух ног. Удар слева над головой открытой стороной ракетки. Работа ног при ударах справа. Техника укороченного удара справа. Удар над головой слева, закрытой стороной ракетки.
практике соревнований совершенное исполнение ударов сверху служит основным оружием бадминтониста для достижения победы.